Вы знаете, очень трогательно все. Я бы хотела всего лишь несколько слов. Во-первых, спасибо вам большое за эту награду. Для меня огромная честь стоять сегодня на этой сцене. Хотела бы сказать, ребята, мальчики, вам спасибо. Вы наши герои. У меня сын, ему 4 года. Я ему каждый день рассказываю о том, когда он вырастет, где он должен быть. А это жить в своей стране, защищать границы своей родины. Сегодня вы моя личная гордость. Спасибо вам большое. И преклоняюсь я перед вашими родителями. Спасибо вам, ребята.